Хоба. Привет, с вами доктор Влад, сегодня полосатенький. Ну что, ребят, 13 лет назад, ровно в этот день, я вышел в аэропорту Чикаго на страшную жару и влажность от озера Мичиган. И с тех пор я здесь живу. И вот я озаглавил этот ролик, о чем я жалею. Есть вещи, о которых я жалею. О том, что я приехал сюда, я не жалел ни разу. Но есть вещи, есть мелочи, которые я не взял с собой. У меня был... Ну, это странно вам покажется, конечно. У меня был хороший тестер или авометр. Вот, советский еще. Зря я его не взял, потому что они здесь безумно дорогие были в те времена. Еще не было тогда ни eBay, ни Алиэкспресса. Вот, и качеством, ну, не такие хорошие, как у меня. Все-таки советские вещи какие-то были классные. Вот, еще там что-то я не взял с собой. Ну, я не думал, что я здесь надолго останусь. В общем, в принципе, я же вам рассказывал, я книжку написал стихов. Здесь издали, пригласили почитать. Ну, как поэт приехал, короче. Вот, это ладно. Ну вот я часто говорю, что многие жалеют, что раньше не приехали. Ну а когда интернет открылся более-менее в 2000 году, я приехал в 2005. За это время надо было изучить компьютер, изучить интернет, ну и тудам-сюдам, да? Стихи свои публиковать. В общем, как-то... А, еще у меня там был ноутбук. Тогда они только появились, довольно дорогой. Я купил, ну, с рук, естественно, американский. Вот, и я на него пролил на клавиатуру кофе. Он меня забарахлил. Вот, а здесь я только приехал, ну, не только, не сразу, ну, там, через месяц, может, зашел на блошиный рынок. А там как раз вот такие компьютеры, точно. Но только без начинки и стоят копейки. Ну, то есть, экран, клавиатура там, ну, я бы поменял все это быстренько. Ну, ладно, это ерунда. Это все ерунда. Я жалею о том, что не взял маму с собой. Ну, как, не вытащил ее оттуда. Теперь мамы уже нет со мной, с нами. Она, ну, не сразу, но через несколько лет после того, как я уехал, она умерла и... Я думаю, здесь бы она жила и жила бы себе. Вот. И жалею о том, что не съездил на похороны. Все это быстро. И, в общем, так я и не собрался. Да мне и нельзя было. Такой у меня был статус здесь непонятный. Ну, в общем, ладно. Что теперь об этом жалеть? Ну, я жалею, что своих не вытащил. Брата. Вот, с семьей. Своих детей. Ну, сейчас не знаю, что уже. Может быть, внуков вытащу. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Старшенький подает надежды. У меня их трое. Я фотографию опубликую, вот, каким я был, когда приехал. Сравните. Интересно это все. Ну, в общем, как-то так. В Саратов. В Саратов или вообще в Россию я не собираюсь. Я уже об этом рассказывал. Ну что вот за эти годы? Вжился я? Ну, пожалуй, что вжился. Вот. Сейчас я вот нашел свою струю. Меня спрашивают, что вы все по России, по Россию. Ребят, я умею рассказывать. Вот умею. Обучен. Ну, я еще учился, когда в институте у нас там, в мединституте. У нас там были еще курсы. Ну, такие, правда, шаляй-валяй, но тем не менее. У меня даже диплом где-то был, лектор-международник. Вот, но дело не в этом. Просто я люблю рассказывать. Вот, у меня это как будто бы получается. Я рассказываю по России. Мне здесь по Россию легче даже рассказывать, чем оттуда. Вот, потому что, ну, так... Я знаю это все более глубоко, и у меня
мозги не замылены пропагандой. Я там в Саратове тоже телевизор не смотрел. Но все равно ведь он лезет. О, мама у меня все смотрела. Все подряд, с утра до вечера. Ну, я тоже мимо прохожу, что квартира-то маленькая. Ну, по теперешним понятиям маленькая, а так-то у нас было целых 4 комнаты. Вот. И все равно телевизор в глаза лез, и все вот эти вот. А сейчас что творится? Я могу себе представить, я как-то зашел в русский магазин здесь. А там на стенке висел телевизор с программой из России. О, там какой-то был. Ну, в общем, типа ток-шоу, я не помню. Да я их и не знаю никого, кто там вел, что как. Ну, в общем, там ругань стояла такая, ну, разве что не мат. А я так думаю, что и мат тоже встречается. Не знаю, я вот удивился, здесь по телевизору вроде Америка. Вот, а у нас в Чикаго, я думаю, в других штатах похоже. Все время стыдливо квадратиками. Если обнаженка какая-то, даже попа, все квадратиками. Даже если вырез большой, тоже могут сделать квадратиками. Вот, слова разные, неприличные, если проскакивают, запикивают. Ну вот как-то так, я очень удивился. Честное слово. Да, еще я вот в Голландии был, там в любом магазине. Ой, столько всякой этой, таких книжек для взрослых. А здесь я был в книжных магазинах, да что-то я даже и не видел. Ну, у нас, ну, вообще штат очень пуританский, Иллинойс. Вот. Ну, в общем, нормально, ребята. А сейчас я уже стабилизировался, дом у нас свой, все, собаки. Вот, и, ребята, ощущение покоя. Покоя и, ну, как бы сказать, неизбежности завтрашнего дня, что он будет такой же. И что, допустим, вот меня первое время даже удивляло. Там какой-то билет, вот мы ездили с женой на Аляску, берешь там чуть не за год, да? И ты знаешь, что этот день придет, и все, ничего не изменится, и ты поедешь туда, понимаете? Вот какая-то такая, то ли, ну не знаю, правильно я назвал неизбежностью или нет, ну уверенность скорее. Уверенность и неизбежность в одном флаконе. То есть, да, завтра будет то же самое, и послезавтра. И все, и можно планировать. Можно откладывать деньги на что-то, можно что-то планировать далеко вперед. И этот день придет, и ты сделаешь все, что надо. Вот понимаете, в России у меня такого не было, в Саратове. Там на следующий день не знаешь, чего ждать-то. Просыпаешься, бабах, по башке дефолт какой-нибудь. Я, правда, сюда приехал, здесь тоже обстановка была, знаете, такой кризис. Вот, ну, кризис кризисом, но, например, на ценах в магазинах это никак не сказалось. А, ну, на бензин цены поднимались. Ну, с машиной у меня вообще, знаете, у меня... Я в детстве вообще мечтал, ну, как каждый любой нормальный русский, да? Машина, да, вот у кого-то машина. Туда-сюда. Отец потом купил уже на пенсии практически. Вот, но я на ней не успел поездить. А здесь, ну, научился, естественно, права получил, катался. Ну, такого удовольствия я не испытывал. Хороша ложка к обеду, наверное, да. Вот, и сейчас мне неохота на машине ездить. Гораздо более интересные вещи есть. Вот я получаю удовольствие, гуляя с собаками. Вот у меня в России тоже были собаки. Ну, так я с ними гулял как... Ну, я их любил, конечно, кормил, ласкал, да, но как выгонка. А здесь я гуляю по Америке с собаками с удовольствием, на время не смотрю, не то, что там пописть и домой. Не, мне нравится ходить, смотреть, что вокруг, что-то открываю, всю дорогу что-то открываю. Ребята, все эти 13 лет я все время открываю для себя Америку. Это процесс совершенно бесконечный. И так интересно это все. Какие-то книжки, я говорю, вот фильм «Гражданин Кейн», я его посмотрел, я уже лет 10 здесь прожил. Я слышал о нем, пытался смотреть, я его не понимал, мне было неинтересно, для этого нужно быть все-таки хоть чуть-чуть американцев, чтобы этот фильм посмотреть, понять и оценить. Ой, много
фильмов, тех, которых я знал давным-давно, американских, я смотрю уже совсем не так. Много фильмов русских, которые я знал давным-давно, я уже смотрел здесь совершенно не так. Я совершенно возненавидел фильм «Ирония судьбы». Да там сплошная пенка. Вы что, ребята, вы что смотрите? Там бухаловка с самого начала и до конца. И что, смеяться над тем, что он в пальто полез под душ? Там я хохотал в Саратове. А здесь, ну, вы что? И вот эта вот смена ценностей, она тоже идет постоянно. Я очень долго отучался воровать. Ну, не то, что воровать, а брать, что плохо лежит, как меня советская армия научила. Я 2 года там отрубил 2-годичником. И много таких вещей. Я совершенно другой человек. Вот вы посмотрите, я сделаю фотографию. Но я там уже опубликовал, начал. И вот это вот. Ребята, это 2 разных человека. Первый — это совок. Первый я — это совок, но самый настоящий. И сейчас во мне совковское тоже осталось довольно много. Я себя ловлю на мысли. Но это прячу поглубже, чтобы никто не догадался. Вот, и все-таки я, ну, в какой-то мере, я надеюсь, что стал американцем. Ребята, многое из того, что я вот сейчас немножко рассказал, да, и вам тоже предстоит, если вы смотаете. Все мотаться надо. Пора валить. Всего хорошего, до свидания. Доктор Влад с вами с утра. Сегодня, кстати, новолуние. Вот начинайте любые свои дела, которые вы все откладывали. И у вас все пойдет. В частности, худение, изучение английского языка. Вот, искать себе пару в интернете и так далее, и так далее. Все что угодно. Сегодня новая луна. Пока!